За прошедшие декабрьские выходные и пятницу в Мордовии зарегистрировано 15 пожаров, в которых пострадал один человек. 15 декабря сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать сотрудников из музыкального театра имени Яушева. Сообщение о возгорании в театре поступило в 14 часов 48 минут, незадолго до начала спектакля. По прибытию сотрудники МЧС обнаружили задымление внутри здания. 50 человек обслуживающего персонала театра были выведены из здания на улицу. В ходе проведения разведки сотрудниками МЧС был обнаружен очаг задымления. Он располагался в подвальном помещении в вентиляционной камере. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки. Открытого горения не происходило. Как отметил по телефону директор театра Владимир Шарапов, системы сигнализации и оповещения сработали правильно. Эвакуированы люди, вот, пожарные приехали, тут же обесточили мы здание. В общем-то, все службы сработали вовремя, с тем временем, с которым необходимо. В ближайшее время музыкальный театр имени Яушева продолжит свою работу. Кроме того, 14 декабря произошел пожар, в котором пострадал человек. В 20 часов 16 минут на пульт пожарно-спасательной части Рамадановского района поступило сообщение о возгорании в селе Петина. К моменту прибытия пожарных расчетов горела баня и частично жилой дом. В результате пожара пострадал мужчина 2000 года рождения, внук хозяйки дома. Он получил ожоги первой и третьей степени и был госпитализирован в больницу. Площадь пожара составила 21 квадратный метр. Причина пожара устанавливается. Екатерина Чермянина, программа «Происшествия».